В первой части видео мы рассмотрели процесс подготовки модели Savage X4.6 версии 2013 года к обкатке. Теперь приступаем непосредственно к процессу обкатки. Потребуется заряженный накал свечи, ротостартер с заряженным аккумулятором, бутылочка с топливом, отвертка, термометр. Заливаем топливо в топливный бак, включаем пульт, включаем бортовое питание модели, проверяем работу тормоза, чуть-чуть ослабляем свечу. Чтобы убрать компрессию, модель у нас легко завелась без нагрузки. Теперь нам нужно подкачать топливо, чтобы оно дошло до двигателя. Для этого закрываем отверстие глушителя, вставляем ротостартер и делаем 3-4 оборота. Контролируем, что топливо идет по трубке и доходит до двигателя. Одеваем накаливатель свечи и пробуем завести модель, придерживая ее. Как только двигатель завелся, мы убираем накал свечи и ждем, пока двигатель слегка прогреется. Как только это происходит, убираем накал свечи, затягиваем свечку легким движением, не перетягивая сильно. Если двигатель заглох, заводим его еще раз, свечку не ослабляем уже, поскольку он у нас теплый. Далее контролируем температуру двигателя при помощи термометра. Ну, в момент обкатки она у нас будет варьироваться от 70 до 90 градусов. Также нужно еще следить за оборотами двигателя. Они не должны быть слишком большими. Проверяется очень легко, приподнимая модель от поверхности, колеса не должны вращаться. Если вращаются, нужно убавить винт холостых оборотов. Игла низких оборотов. При вкручивании ее обороты увеличиваются. При выкручивании против часовой стрелки обороты уменьшаются. К концу первого бака, приподнимая модель, беря пульт в руки, мы прогазовываем небольшими нажатиями курка модель на весу для того, чтобы удалить масло из глушителя, которое не выгорело. Сливаться будет большое количество масла, это нормально абсолютно. После того, как мы отработали один бак, глушим модель, зажимая глушитель через салфетку. Проверяем положение маховика, чтобы он был внизу. Даем ей остыть до температуры окружающего воздуха. После чего повторяем запуск. После того, как мы завели модель на втором баке, ее обороты могут меняться, немножко скакать. Если они проваливаются периодически и не работают стабильно, немножко прибавляем холостой ход. Если при поднятии колеса наоборот у нас вращается, то мы холостой ход немножко убавляем. В процессе обкатки второго бака мы неоднократно поднимаем модель и продуваем глушитель резкими нажатиями на газ. Не до конца, чтобы колеса бешено у нас не вращались ни в коем случае. Просто повышаем обороты резко. Прогазовав в конце третьего бака, мы даем модели остыть, после чего заводим ее, ставим модель на землю. Если у нас холостой ход отрегулирован, немножко бедним иглу высоких оборотов. Игла высоких оборотов бедним по часовой стрелке, богатим против часовой стрелки. Если модель вялая и плавно стартует, температура низкая двигателя, мы ее начинаем беднить по часовой стрелке, вращая. Если модель перегревает свыше 120 градусов, обязательно выкручиваем против часовой стрелки, богатим модель. Иглу высоких оборотов мы вращаем за один раз не более чем на 1/4 оборота и в течение минуты ждем результата. После чего, если результат нас не устраивает, вращаем еще на 1/4, не более. Газовую модель сейчас заливаем 4-й бак, ставим ротостартер. Подкачали топливо, все топливо ушло в карп. Одеваем накаливатель. И начинаем плавно кататься, нажимая резко на газ, но не до конца. Нажимая и опуская. Бывают проблемы при запуске, допустим, двигатель, накаливатель одет, вращаем ротостартер, двигатель не заводится. Это значит, что в двигатель не поступило еще топливо. Для этого, не одевая накаливатель, нужно просто подкачать чуть-чуть топливо. После чего одеваем накаливатель и пробуем еще раз завести.